Композиторы. Период романтизма. Франц Шуберт, австрийский композитор. Гектор Берлиоз, французский композитор, дирижер. Феликс Мендельсон, немецкий композитор, дирижер, пианист. Фридрих Шопен, польский композитор, пианист. Роберт Шуман, немецкий композитор. Ференц Лист, венгерский композитор, пианист. Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист. Петр Чайковский, крупнейший русский симфонист, драматург, лирик. Густав Малер, австрийский композитор и дирижер, симфонист. Джоаккино Россини, итальянский композитор –